Сегодняшняя тема. Народную артистку России Надежду Бабкину пристыдили из-за фотографии, на которой она запечатлена, сидящей на полу лифта. Певица выложила снимок в Инстаграм. Интернет-пользователям пришлась не по душе легкомысленная поза 70-летней исполнительницы, за что ее раскритиковали в комментариях. Очень нелепое фото, бабушка Надя устала. Неудивительно, можно было покрасивее сесть, но, видимо, сильно устала. Не до того, зачем себя так изматывать, что уже ноги не держат, устали сидеть на модном приговоре, да в думе штаны просиживать. Недоумевают фолловеры. При этом многие подписчики поддержали звезду и оставили под публикацией немало комплиментов. Отличное чувство юмора, огненная, молодец, Надежда. Даже уставшая, можете нас порадовать своим задором, написали поклонники Бабкиной. Отдельные комментаторы в первую очередь отметили красные носки певицы, носки круче всего. Ранее Надежда Бабкина показала редкое фото с молодым мужем и поделилась в сети честным снимком без макияжа. О звездах, которые, как и Бабкина, феноменально похудели в 2020 году, узнай в нашем материале. А в галерее любуйся на фото артистки. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.